лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль теперь будут ставропольские выпускники. А пока вчерашние школьники с замиранием сердца ждут, когда начнется вручение золотых и серебряных медалей. Среди счастливых обладательниц заветных наград – выпускница первой школы Ставрополя Дарья и Стефания. Вот в твоих руках сейчас долгожданная твоя золотая медаль. Что ты сейчас чувствуешь? Ну, честно говоря, по мне до сих пор бегут мурашки. Вот какое-то волнение присутствует, потому что мы этого долго ждали, мы к этому стремились. С первого класса у меня стало получаться учиться хорошо. Во втором классе у меня были положительные оценки, хотя первая у меня была тройка. Но почему-то она, видимо, меня так зарядила, что мне она не понравилась, как выглядит у меня в тетради. Я решила, что все, больше я не могу получать таких оценок, мне не нравится. 10-11 класс были для меня самыми тяжелыми, потому что нужно было пожертвовать сном, свободным временем, какими-то хобби, чтобы приложить максимум усилий для подготовки к единому государственному экзамену. Абсолютно не зря, потому что я доказала самой себе, что все реально, все возможно, все в наших руках. И я поставила себе цель, и я это сделала. Заслуженные награды выпускников теперь будут гордостью для сотен семей региона. Всего по краю за особые успехи в обучении золотой медалью поощрили 1434 выпускника, серебряной – 429. 1418 человек отмечены золотыми медалями Министерства просвещения России, 562 – серебряными. Торжественная церемония награждения прошла в Ставрополе. Поздравил собравшихся с окончанием школы и выходом во взрослую жизнь глава краевой столицы Иван Ульянченко. Впереди у вас самостоятельная жизнь. Многие из вас знают уже, где будут продолжать обучение. Кто-то знает, где будет работать. Но мне очень бы хотелось, чтобы ваша дальнейшая жизнь, она, конечно же, была связана с городом Ставрополем и со Ставропольским краем. Потому что у нас очень много дел впереди. А решить эти вопросы и проблемы мы, конечно же, сможем только вместе с вами. Молодыми, целеустремленными, умными, талантливыми. Желают выпускникам удачи при поступлении в вузы. Екатерина Сегеда и Павел Телеверстов. Ставропольское телевидение.